Сегодня в администрации района под председательством главы Кашхабльского района Заура Хамирзова прошла еженедельная рабочая планерка. Один из основных вопросов по-прежнему – предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Члены комиссии, несмотря на праздники, продолжали работу по профилактике распространения вируса. Они проверяли, как соблюдается санитарно-эпидемиологический режим, как организована работа предприятий и торговых точек. В лечении находится 102 человека. Из этих 102 человек, значит, 85 на амбулаторном лечении, 17 на стационарном. По проверкам, которые, значит, проводят мобильные группы, значит, по соблюдению стандартов Роспотребнадзора. На прошлой неделе было проведено 110 проверок, протоколами составлялись. Всего с начала, значит, деятельности этих межведомственных рабочих групп по проверке соблюдения стандартов Роспотребнадзора было проведено более 1500 проверок, составлено 28 протоколов за различные нарушения. Все протоколы были направлены в суд, большинство из них рассмотрено и по ним, значит, вынесены определенные решения. С информацией по своим направлениям деятельности выступили заместители главы района Марета Тугланова, Евгений Глазунов, Рустам Хасанов, начальник управления архитектуры Нури Балоков. Вопросы касались хода работ по инвентаризации в муниципальном образовании, разработки муниципальной программы по обеспечению земельными участками врачей и учителей района, подготовки к участию в госпрограммах и реализации национальных проектов. На планерке были обсуждены и другие важные вопросы. Глава администрации дал ряд поручений ответственным руководителям.